Как говорится, жизнь прожить не поле перейти, а прожить эту жизнь вместе вдвойне почетно. Жизненный путь их не был усеян розами и лилиями. Они прошли все испытания и трудности, которые выпали на их долю, однако сохранили взаимную любовь, преданность и уважение. Супруги Губановы отмечают сегодня 60-летний юбилей свадьбы. По словам юбиляров, секрет крепкой семьи прост. Ну, уважать друг друга надо, и все. Промолчал, да и ладно. Я иногда и поругаю его, он молчит. У нас нет ругани, я ругаться не умею. Супруги Сидоровы также отмечают сегодня круглую дату в 60 лет. Однако вместе они много больше. Дружили даже не со школьной скамьи, а гораздо раньше. Сейчас уже точно и не подсчитаешь. Дома у нас рядом были. Мы росли-то вместе там. Вот он меня знал с детства еще. Все время у нас был. Вот. А отслужил, приехал и сделал предложение. Символом 60-летнего юбилея является один из самых ценных и дорогих камней – бриллиант. Также в этот день поздравления принимали те супруги, кто отмечал изумрудную свадьбу – 55-летний рубеж, и золотую – 50 лет в браке. Чествуем тех, кто 60, 55 и 50 лет тому назад соединил свои судьбы, зажег огонь супружеской верности, любви, уважения и взаимопонимания. Не случайно символом этих дат являются драгоценные камни и металлы. Ведь эти юбилеи – большая ценность, которая формировалась годами посредством нелегкого труда. Свое уважение семейным парам приехали выразить также представители духовенства и администрации Ленинского района. Для нас, как для представителей молодого поколения, мы должны доводить это до своих детей, внуков, правнуков, праправнуков. Вы всегда будете именно теми идолами, или теми людьми, лидерами. Также юбиляров поздравляли творческие коллективы Ленинского района, в том числе и самые маленькие, те, кому только еще предстоит в будущем создавать семьи, равняясь, например, старших. Желаю счастья много лет подряд и друг у друга вечного успеха. Помимо цветов, памятных дипломов и искреннего уважения, старейшие молодожены района получили также денежное вознаграждение от администрации муниципалитета. Но, по словам юбиляров, главная награда для них – это они сами. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.